сейчас поверну, чтобы показать. У нас сегодня 10 мая 2019 год. Вот включу вторую камеру, чтобы можно было со стороны смотреть. Значит, потом не будет видно то, как я переплывал только для этой цели. Все, включу. Пускай стоит, она работает. Так вот, да, видимо. Все, пошел. Это вот плот, который я сделал с Божьей помощью. Еще дома собрал его. Но только сам каркас, а сверху доски я уже пришел здесь. Иначе бы мне он не найти было. Мне Андрей Устинов помог погрузить его. Так, вот здесь я сейчас развяжу бантик. Вот так вот. Ну все, с Богом. Шест у меня, длина шеста 3 метра 63 сантиметра. Вот. Уже сейчас берег тянет. Надо отрываться от берега. Хотелось бы в другую погоду, но не получается. Надо работать. Как раз в самый момент заснять, что я хотел именно. С какой целью сделать этот плод. Не просто так, а чтобы у меня работал, может и носить. Идет. Плывем немножко не в ту сторону. Поворачивать. О! Поворот. Все, сейчас буду отталкиваться. Это всего лишь пруд. А что говорить про море? Здесь вот я почти на середине. И тут самая глубина сейчас. Моего шеста еле хватает до дна достать. Да, с волной тяжело бороться. Попробую лопатой. Посмотрим,
что получится. Главное, чтобы не попались какие-нибудь коряги наподобие вот этой вот. Это плавающие. Вот чем плюс еще будет полота, что можно собирать будет мусор разный, который здесь плавает. Доски, коряги, там, бутылки вот эти вот. Так вот. Здесь вот доска, она мне сейчас мешается. Вот тут еще одна деревяшка. У меня с собой еще одна палка на случай якорь бросить. Как говорится, удерживала. Так, но мне надо ближе, а тут коряга мешается. Не знаю, вот видно вам, нет? Вот она лежит в воде прямо. Вот она. Я в нее мешками вцепился. А мне надо ближе подплыть. Как можно. Даже не знаю, то ли вот здесь немножко отчалить, то ли все-таки корягу убрать сперва. Сейчас попробую ее убрать. Если получится, если она, конечно, поддастся мне. Бревно целое. Нет. По ходу дела не удастся. Плывешь и не знаешь, на что натолкнешься. Так, ладно, я чуть-чуть сейчас чуть-чуть сдам вперед. Я уберу, а то она у меня здесь останется. Так вот. И немножко продвинусь вперед. Тут он, плотик плавает, вон видно. Доска корявая. Это даже на что-то она похожа. По ходу дела даже я делал когда-то. Единственное, в чем минус, я причалил не тем боком. Придется немножко мне развернуть свой плот. Веревочка-то у меня с другой стороны сделана. Думаю, я сейчас развернусь. Поехали. А еще не так просто все. Одной рукой-то. Если немножко поставить камеру. Вот. И сейчас я это разворот дам. Ну вот так вот. Хотя бы так. Все, вот так пойдет. Все, сейчас я поставлю на якорь свой корабль. Так, этот я оставляю здесь. Сейчас его еще пришвартую. У меня специально вот клинышек есть. Ой, клинышек, колышек у меня.
не видно. Сейчас поверну. Все. Держаться будет. Просто делаю на узелок и потом на бантик, чтобы можно было легко развязываться. Бутылки как раз потом еще соберу. Ну сейчас вот пойду показывать, что у меня получится в дальнейшем. Так. Высаживаюсь на берег. Лопата. Вперед. Тачка. Извиняюсь, конечно, за съемку тарелую. Но одному плоховато снимать. Ну вот, слава богу, я переехал на другой берег. Вот он у меня стоит. Там вот я колышком его подпер. Все, тут у меня на веревочке, на колышке тоже. Там якорь брошен, а здесь пришвартован. Так. Ну вот можете посмотреть, что если бы я вокруг бы ехал, например, перегно решил себе привезти, такое расстояние пришлось бы мне делать. Или через тут, через пруд переправился, и все, я на этой стороне. Он там не успел Исаака снять. Устинова в школу пошел. Перегну его здесь вот. Вот недалеко от батюшкиного дома. Сейчас его там пойду. Наберу его. Перегну в мешки. А в большой мешок солому. Подгнившую какую-нибудь набрать. Чтобы закрыть сверху можно было. Вот он, хорошая штучка. Сейчас я его начну собирать. Сейчас на камеру установлю. Что интересно, сегодня, ой, вчера, вернее, праздновали День Победы. Вот тут голубки ходят. А вот ворона. Все вместе пасутся. У Игоря Барбаша тут много всего. Зерна. Батюшка сам в поездке. Уехал на неделю куда-то в гости, видимо. Вот, и вот я что вспомнил, вчерашний день, День Победы. Надо праздновать День Победы именно над Христом, что Христос победил сатану. Это для христианина главная победа. Ну и в дальнейшем, что Господь помогает также побеждать грех в себе. Вот эту победу надо. Какой ты был до уверования, какой ты стал после уверования во Христа. Чудные дела Господа. Про голубей сказано в Писании. Глуп, говорит, Ефрем, говорит, глуп, как голубь. Там другие места Писания тоже есть. А так они спокойные птицы, красивые. Ходят вот по зеленой травке, пасутся тут себе. Вот наш храм. Сколько здесь молитв было вознесено к Господу. Ну вот так вот. Сейчас установлю здесь на машину. Буду работать. О, все установлено.
Вот я хочу весь процесс показать, как это я все буду делать в дальнейшем. Вот первый ролик показал, а потом покажу второй, как поплыл обратно. Сейчас, слава богу, за все.